когда нечто является причиной самого себя и не имеет никаких других оснований и причин вне себя, это называется формой. Или в случае морали это называется совестью. Совесть – это конечное основание самих себя. Нечто сделать по совести – это значит нечто сделать ни почему и ни для чего. Там, где есть ни почему и ни для чего, вообще есть сфера человеческой морали. Вот это философское утверждение. Оно противоречит нашему обыденному рассудку. Наверняка внутренне у нас есть сразу же возражение против него. Но это, увы, так, что сфера морали, вот так же, как комната, я открываю дверь и вхожу в нее, сфера морали начинается с порога, где ни для чего и ни почему. Если стремятся к добру, и добро является идеалом, то не потому что, а потому что уже в тебе есть добро. И в тебе одна точка соединяется с другой точкой, якобы вне тебя, того же самого состояния. Чтобы хотеть стремиться к добру, нужно уже быть добрым. И твое стремление к чему-то вне тебя уже является голосом того объекта, к которому ты стремился вне себя.